Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рад вас приветствовать в этой студии. Мы снова с вами. И я еще раз хотел представить профессора Никифорову Галину Николаевну, специалиста по разным вопросам оториноларингологии. Галина Николаевна, что вы хотели с точки зрения оториноларингологии сказать? Я прежде всего хотела бы напомнить моим коллегам, который находится по ту сторону экрана, что со мной рядом заведующий кафедрой Первого Московского медицинского государственного университета имени Сеченова, Сеченовского университета, заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа, то есть работает сразу в трех местах, профессор Свистушкин Валерий Михайлович. Да, но мы сегодня, собственно, и говорим об одном из наших тонких мест, в оториноларингологии. Мы говорим о заболеваниях уха, купания в разных водоемах, и не только в хлорированных бассейнах, но и открытые водоемы, пруды, озера. Вот. Ну и, собственно, конечно, мы с вами понимаем, что одним из ярких проявлений такой патологии, связанной именно с купанием, является заболевание кожи наружного слухового прохода. Уникальное анатомическое образование уха, наружное ухо. Почему? Потому что это полузамкнутая система, полуоткрытая система. Есть вход, но нет выхода. И это, собственно, и приводит к целому ряду проблем, которые у нас возникают. Потому что кожа в слуховом проходе очень тонкая, очень нежная, а еще и волоски, которые имеются в фиброзно-хрящевой части слухового прохода, а еще и самая узкая часть слухового прохода, которая называется перешейком. И если за этим перешейком накапливается сера, накапливается смущенный эпидермис, то это помимо тугоухости еще определенные условия для развития воспаления. Итак, дорогие друзья, мы говорим о наружном отите. Пожалуйста, Галина Николаевна, какие у вас соображения? Ну, прежде всего, разрешите напомнить вам классификацию наружных отитов. Наружные отиты бывают ограниченные, или это фурункул наружного слухового прохода. И, как говорил Валерий Михайлович, у нас есть две части наружного слухового прохода. Вот фурункул у нас развивается только в перепончатой хрящевой части, до перешейка, потому что именно там у нас имеются луковицы, волосковые луковицы. А мы с вами знаем, что фурункул – это воспаление луковицы волоса. А я еще вдобавок сказал бы, что это две трети длины слухового прохода, фиброзно-хрящевая часть, треть только костная часть. Да, и основным возбудителем, вот основным причинным фактором развития фурункула наружного слухового прохода является золотистый стафилококк. И второй вид наружного отита – диффузный наружный отит, когда может поражаться кожа абсолютно на всем протяжении наружного слухового прохода, включая и эпидермальный слой барабанной перепонки. Диффузный наружный отит и основным возбудителем в настоящее время является синегнойная палочка. Более 60% диффузных наружных отитов – это синегнойная палочка. Еще не нужно забывать о таком неприятном возбудителе наружных отитов, как грибы. Причем это могут быть и плесневые грибы, и грибы дрожжеподобные типа кандида. Смешанная этиология, как грибковая, так и бактериальная, она присутствует в очень большом проценте случаев. Но для того, чтобы развился наружный отит, необходимо две составляющих. Это наличие микробного фактора, агрессивного микробного фактора, и наличие повреждения кожи наружного слухового прохода. А вот повреждение, оно может быть разным. Оно может быть эндогенным, когда возникает повреждение на фоне какого-то общего заболевания. Очень часто это какие-то заболевания кожи по типу экземы, дерматитов различных. Или сахарного диабета, когда у нас на фоне микроангиопатии наступает нарушение кожного барьера. Или экзогенные нарушения, травмы. И вот тут основной причиной является самостоятельный туалет уха, неправильный туалет уха, для которого чаще всего используются у нас ватные палочки, которые совершенно для этого не предназначены. И я бы здесь еще добавил, что ватные палочки – это, к сожалению, огромный вред, это большое несчастье
и для взрослых, и для детей, потому что неаккуратная, неточная работа по очистке слухового прохода приводит к микротравмам, которые, казалось бы, принципиально большой роли не играют. К сожалению, далеко не так. И вот небольшое повреждение, небольшая травма, микротравма является основой для большой беды, которая заканчивается выраженным воспалением слухового прохода. Когда пациенты обращаются к врачу, и мы им говорим, что не нужно самостоятельно лазить в уши ни ватными палочками, ни какими другими приспособлениями, они задают законный вопрос: а как же ухаживать за ушами? На самом деле, у большинства здоровых людей туалет уха осуществляется самостоятельно, без какой-либо помощи с нашей стороны. Нам достаточно при осуществлении туалета просто обработать вход в слуховой проход пальцем. То есть происходит, как мы говорим, самоочищение уха. Наружное ухо – самоочищающая система. И поэтому чаще всего никакого специального очищения глубоких отделов слухового прохода не требуется. Это особенно важно, потому что многие думают, ну вот серу надо ее обязательно удалять, иначе она действительно приведет к образованию серной пробки с тугоухостью, и опять поход к отоларингологу, очереди в поликлинике и так далее, и так далее. Но бывает иногда ситуация, конечно, когда сера образуется? Конечно. Когда? У некоторых пациентов, у которых особенности состава серы или особенности формы слухового прохода таковы, что они склонны к образованию серных пробок. Это чаще всего бывает, я еще раз хочу это подчеркнуть, когда слуховой проход узкий и избыточно извитый. И тогда вот за этим перешейком, за этой узкой частью, сера может накапливаться вместе с эпидермисом, и все это приводить к образованию таких конгломератов. Да, но что делать в этой ситуации? Пациент, самостоятельно можно удалять? Пациент сам механически эту пробку никогда не удалит. Поэтому можно использовать, прежде всего надо обратиться к врачу, чтобы понять, что это действительно серная пробка. И можно использовать различные цирруменолитики для размягчения этой пробки, и тогда ее эвакуация у нас, возможно, будет и спонтанная. Но в любом случае это не требует механического удаления серной пробки. Я бы здесь еще добавил, что типичным признаком такой серной пробки является снижение слуха после разных водных процедур. Человек помыл голову, принял душ, искупался и вышел на берег, ухо заложило. Традиционный совет – надо побрыгать, зажать слуховой проход, зажать козелок и попрыгать, чтобы вот вода вытекла. Иногда помогает. А иногда это ни к чему не приводит, и это как раз и указывает на то, что это сера. Потому что, когда вода попадает, сера размягчается, увеличивается в объеме, перекрывает слуховой проход и, собственно, нарушает систему звукопроведения. Возникает тугоухость. Да, или возможный вариант, когда человек берет ватную палочку, пытается осуществить туалет уха, и вдруг понимает, что ухо оглохло резко. То есть он затолкнул серу в более глубокие отделы за перешейк, оттуда эвакуация серы самостоятельно практически невозможна, и тут требуется помощь врача либо цирруменолитика. Галина Николаевна, а все-таки врачи иногда считают, что вот раз человек оглох, то это наружный отит, это воспаление, а не сера. Как понять, что это действительно сера, а нет никакого воспаления? Боль при наружном отите – боль, а если это диффузный процесс или фурункулы, которые расположены на передней стенке – боль при нажатии на козелок. То есть главные признаки воспаления – боль, что там еще, краснота, да, опухоль. В данном случае боль будет указывать на то, что это воспаление. Если боли нет, уважаемые коллеги, а есть снижение слуха вот после посещения бассейнов – это банальная сера. И вот вы сказали, что главное, если вот ларинголог, он будет удалять, либо вымывать, либо специальными инструментами, да, специальными крючками, не пинцетами, пинцеты тоже специальные, не ватниками тем более, да, либо вымывание, либо специальные приспособления, крючки специальные. Или отсос. Или отсос, да. А вот все-таки в плане препаратов, которые растворяют серу. Их у нас достаточно много, это цирруменолитики, просто нужно их использовать согласно инструкции. Но, друзья, у нас есть очень жесткое определение, когда мы не можем использовать эти препараты для растворения серы, если имеется перфорация барабанной перепонки. Поэтому первый вопрос,
который мы сдаем пациенту перед тем, как назначить это средство. Текло ли ухо, есть ли стойкая тугоухость, есть ли у вас перфорация барабанной перепонки. Пациенты обычно очень хорошо знают об этом, они в этом плане хорошо ориентированы. Вот если барабанная перепонка цела, смело можно этот препарат использовать. Игорь, все-таки я бы хотел уточнить, потому что чаще всего нам приходится проводить дифференциальный диагноз между наружным отитом и средним отитом. И лечение как системное, так и топическое, оно, в общем-то, отличается по конкретным медикаментозным средствам. Поэтому, мне кажется, здесь принципиально нам надо было бы с вами сегодня сейчас оговорить принципы дифференциального диагноза между наружным отитом и средним отитом. Я вас попросил бы это сделать. Если мы говорим о остром среднем отите, то интоксикация при остром среднем отите, как правило, выражена значительнее. Чаще встречается температурная реакция. Это один из признаков среднего отита. Для среднего отита всегда характерно снижение слуха. При наружном отите, если у нас нет выраженной инфильтрации, которая полностью перекрывает наружный слуховой проход, или нет большого количества отделяемых, слуховая функция, как правило, сохраняется. И, наверное, одним из таких главных ключевых моментов постановки диагноза является оценка болевого синдрома. И здесь какие-то определенные дифференциальные моменты существуют. Например, когда пациент жалуется, что ему больно спать на больном ухе, когда больно потягивать за ушную раковину, когда боль усиливается при жевании или при надавливании на козелок. В этом случае мы говорим, что чаще всего, я вот так делаю акцент, чаще всего эта ситуация связана именно с воспалением кожи слухового прохода, и мы говорим о наружном заболевании, о коже наружного слухового прохода. Еще раз повторяю, что и при среднем отите такая бывает ситуация, но все-таки чаще это наружный отит. И поэтому мы всегда пациенту задаем вопрос, когда усиливается боль. И он четко показывает, что мне больно жевать, мне больно спать на этом ухе. И плюс еще осмотр, когда мы видим и гиперемию кожи слухового прохода. А я напоминаю, что для этого надо оттянуть раковину. И у взрослых мы оттягиваем ушную раковину кверху и сзади. И тем самым выпрямляем проход. И хоть как-то появляется возможность заглянуть вовнутрь. А у детей мы оттягиваем раковину к низу и сзади. И тем самым, опять-таки, пытаемся выпрямить слуховой проход и провести предварительный осмотр. Так вот, если мы заподозрили наружный отит, мы ведем пациента по этому принципу. Вы хотели, чтобы... Да, Валерий Михайлович, а все-таки вот в какой возрастной группе все-таки чаще встречается вот такое смешение симптоматики наружного и среднего отита? Да, вы правильно абсолютно. При дотрагивании, при потягивании. Да, вы правильно абсолютно сделали акцент на этом, потому что все-таки то, о чем я сейчас говорил, это в основном уже старшие подростки, взрослые, потому что особенно у маленьких детей, у подростков, у них слуховой проход настолько короткий, что надавливание на козелок приводит усиление боли при среднем отите, потому что мы тем самым механическое давление передаем непосредственно на среднее ухо. И вот маленький ребеночек спит, и мы думаем о том, что это может быть средний отит, мы надавливаем на козелок, и он вскрикивает от боли, он начинает сучить ножками и проявлять беспокойство. Вот этот момент очень важен. Это может быть признаком именно среднего отита у маленьких детей. У старших, у взрослых усиление такой болевой реакции говорит все-таки о воспалении кожи слухового прохода, то есть о наружном. Я бы здесь еще только хотел бы добавить еще один принципиальный момент по распространенности процесса. Мы с вами говорили, что имеется ограниченный наружный отит в виде фурункула, диффузный наружный отит, когда затрагивается все отделы слухового прохода, но при этом еще, друзья, почему я сказал, что это полузакрытая или полуоткрытая система, почему есть вход, но нет выхода, потому что в глубине слуховой проход заканчивается барабанной перепонкой, и эта перепонка отделяет наружное ухо от среднего уха. И вот барабанная перепонка тоже может вовлекаться в процесс с развитием воспаления, которое мы называем мирингитом. Мирингс по-гречески перепонка, ее воспаление называется мирингит. И иногда это приводит к путанице, потому что утолщение, покраснение барабанной перепонки может вызвать иллюзию, что это средний отит.
Если слизистая оболочка среднего уха не воспалена, а воспалена только наружная часть перепонки, эпидермис, эпидермальная часть, это нерингит, и это тоже часть наружного уха, и это тоже наружный отит. Поэтому диффузный наружный отит может вовлекать кожу фиброзно-хрящевой части, костной части и барабанной перепонки. Вместе с вот это вот поднятие кожи воспаленной и нерингит. Идем дальше. Наружный отит. Наружные отиты. Лечение наружных отитов в основном местное, потому что системная тиотропная терапия назначается крайне редко и при наличии каких-то проблем, связанных с распространением процесса за пределы наружного уха и с появлением симптомов интоксикации. Если у нас интоксикация выражена слабо и процесс ограничен наружным ухом, ни о какой системной тиотропной терапии речь, как правило, не идет. Что очень важно понимать, прежде чем мы использовать будем какие-либо препараты, а речь сейчас идет о диффузном наружном отите, потому что фурункул наружного слухового прохода, принципы лечения абсолютно такие же, как любого фурункула, при наличии абсцедирования мы его должны вскрыть, и лечение осуществляется по законам общей хирургии, то вот с диффузным наружным отитом, прежде чем мы будем назначать те или иные препараты, во-первых, нам необходимо взять мазок, потому что наше лечение может оказаться малоэффективным или неэффективным, и мы должны обязательно понимать хотя бы даже через какое-то время, что за микроорганизм вызвал данный процесс. Галинка, ну все-таки вот банальная ситуация летняя. Пациент искупался, почесал ухо, иногда и не отдавая себе отчет о том, что у него почесался, после этого ухо разболелось. Надо идти в поликлинику и сдавать мазок, или все-таки доктор, проведя осмотр ушной раковины, входа в слуховой проход, дают какие-то рекомендации по лечению? Если у нас нет возможности или это вызывает какие-то сложности отправить пациента к оториноларингологу, то врач может назначить, любой врач, местные препараты для лечения наружного отита. Опять же, он должен уточнить, нет ли в анамнезе перфорации барабанной перепонки, потому что это влияет на выбор препарата. И если говорить о топической терапии пациентов с диффузным наружным отитом, то у нас здесь больший выбор, чем, скажем, для лечения пациентов с перфоративным средним отитом или средним отитом до перфорации. Здесь мы можем использовать капли, содержащие ототоксичные антибиотики. Здесь мы можем использовать капли, содержащие обезболивающие, местные анестетики. Здесь мы можем использовать комплексные препараты. И вот лечение именно наружных отитов с использованием комплексных средств, оно является наиболее эффективным. Мы сразу убиваем несколько зайцев, воздействуем на несколько звеньев патогенеза и воздействуем на симптоматику. То есть, как правило, препараты для лечения наружных отитов могут быть в виде капель сложных, в виде мазей или кремов. И капли в ряде случаев более предпочтительнее, потому что пациент, закапывая капли сам, у него есть вероятность, что он захватит большую площадь, чем если он будет закладывать мази. И кроме того, нужно придерживаться принципов, которые у нас используются в дерматологии. Если у нас сухое воспаление, нет отделяемого, то мы можем использовать мази, а если у нас эксудация, то мы можем использовать только капли. А в случае сухого раздражения мы можем использовать и мази, и капли. Да, спасибо, Галина Николаевна. Я бы еще хотел бы добавить из общих принципов использования медикаментов. И, наверное, главным принципом, друзья, является вот такой момент, который мы иногда забываем. Капли должны быть температуры тела. То есть мы должны пациенту рассказать, что он должен их согреть в руке своей. Потому что чаще всего капли из холодильника и холодные капли, даже капли комнатной температуры, если у пациента повышенная температура тела, использовать нельзя. Капли должны быть именно температурой тела, потому что иначе может быть вестибулярная атака, вестибулярная реакция, иногда очень жесткая вестибулярная атака. У нас были случаи, что пациент просто падал на стуле, когда вот очень холодные капли закапывали в слуховой проход. Об этом надо помнить. А для наших дорогих отоларингологов я еще несколько
принципиальных моментов хочу напомнить. Если мы говорим об очищении слухового прохода, то мы должны полностью удалить весь эксудат из слухового прохода. Это очень важно, чтобы медикаменты воздействовали именно на саму кожу слухового прохода. И для этого вообще оптимально использовать отсосы, которых сейчас достаточно много, довольно распространенные, совершенно простые приспособления, и мы их должны в этом плане активно использовать. Вот такой вот принцип очищения слухового прохода особенно важен, когда идет разговор о грибковом отите, о грибковом поражении кожи слухового прохода. Галина, я вас попрошу, вот в плане дифференциального диагноза, грибковое воспаление и воспаление негрибкового происхождения. Какие отличия? Ну, основным отличием является то, что при грибковых процессах практически всегда присутствует зуд в ухе. Болевой синдром, как правило, выражен несколько меньше. И выделение пациент сам, когда случайно дотрагивается до ушной раковины или видит, выделение носит такой разноцветный характер. От черного до зеленого, желтого, абсолютно любого. Коричневого, белого, да, ватного. Абсолютно, есть, да. Абсолютно любого цвета может быть при грибковом процессе. Но, к сожалению, вот по одной клинической картине не всегда мы можем выявить точно этиотропный фактор, потому что, как я уже сказала, у нас очень часто при наружных отитах встречаются ассоциации. И грибково-грибково, и грибково-бактериальные, и бактериальные ассоциации. Особенно часто это бывает, когда пациент уже проходил какое-то лечение, прошел через медицинские руки, и избыточное назначение системных антибиотиков, особенно у пациентов на фоне сахарного диабета, других метаболических нарушений, вот грибковая флора очень активно развивается. Кстати, наиболее часто наружные отиты развиваются у людей, которые слишком трепетно относятся к чистоте своих ушей. Это, во-первых, и во-вторых, половина наружных отитов сразу же принимает рецидивирующий характер. То есть половина выздоравливает, а, к сожалению, 50% наружные отиты повторяются с достаточно частой периодичностью и мучают таких пациентов. Ну вот уважаемые педиатры, уважаемые врачи общей практики, терапевты, наверное, вряд ли будут использовать какие-то оптические системы для осмотра уха, барабанной перепонки. Скорее, все-таки это удел оториноларинголога. Так вот, я хочу напомнить нашим дорогим врачам, что даже совершенно простые оптические системы позволяют очень четко выявить грибковое поражение. Потому что грибковый такой налет, даже не очень выраженный, иногда он бывает виден при обычной отскопии. Но если его обычной воронкой, обычным глазом не рассмотреть, то простые совершенно оптические системы позволяют грибковый отит, наружный отит поставить и назначить правильное лечение. Да, Галина Николаевна, я бы еще хотел вас попросить, чтобы вы ответили вот такой вопрос. Иногда мы слышим от наших коллег о таком серьезном заболевании, как злокачественный наружный отит. И само название всегда пугает, вызывает опасения, то что рак – это другие злокачественные опухоли. Это о чем идет не речь? Рак, но это требует, это должно пугать в хорошем смысле и пациента, и врача. Это тяжелейшее гнойно-воспалительное заболевание. Основным этиотропным фактором является синегнойная палочка. Это фактически воспалительные процессы в области основания черепа, как правило, у больных с некомпенсированным сахарным диабетом. Также может быть у пациентов с ВИЧ и с другими проблемами с иммунитетом. Но буквально два слова хотелось бы еще сказать. Это тяжелейшее заболевание, нужно сразу направлять к соответствующим специалистам. Можно начинать с оториноларинголога. Но есть еще поражение наружного уха при гистеоцитозе, при эозинофильной грануломе, при туберкулезе. Иногда эти заболевания в ухе манифестируют как наружный отит. Если у вас наружный отит не лечится в течение недели-двух, то надо отправлять к специалисту, потому что это может быть началом очень серьезных заболеваний. Да, друзья, ну что, мы обсудили принципиально важную тему для, наверное, любого времени года, потому что наша жизнь заставляет нас вести активный образ жизни. Мы часто используем бассейны для поддержания своей физической формы. Летом еще и получаем от этого, от купания, огромное удовольствие в открытых водоемах. Но мы должны помнить о том, что, к сожалению,
за купанием иногда следует целый ряд неприятностей, в том числе и со стороны наружного уха. Поэтому внимание, контроль, а если что-то развилось, то принимаем решение в плане постановки диагноза и назначения тех или иных конкретных. И исключить ватные палочки из туалета уха. Как у взрослых, так и у детей. Спасибо, будьте здоровы, до новых встреч в эфире. До свидания.